В Грузии и Южной Осетии вспоминают жертв пятидневной войны. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла столицу ныне частично признанной Южной Осетии и попыталась взять регион под контроль. День спустя Россия начала операцию по принуждению к миру. В регион были введены российские силы, грузинские войска вытеснены из Южной Осетии. 12 августа было объявлено о завершении операции и согласован план по урегулированию конфликта. Документ подписали лидеры Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. В ответ Грузия объявила о разрыве дипотношений с Россией.